Друзья, приветствуем вас. Видеообзор квартиры по адресу Седова 65А/3. Двухкомнатная квартира в самом центре Иркутска. Давайте покажу вам для начала планировку и потом чуть подробнее. Входя в квартиру, напротив мы видим две комнаты. Гостиная. Отсюда мы можем попасть на балкон. Здесь у нас кухня. Санузел первый. Да, в квартире два санузла. И слева у нас еще одна комната, спальня. И второй санузел. Чуть подробнее. Квартира, как я уже сказал, находится в самом центре города. Покажу вам вид. А вот такой прекрасный вид у нас здесь во двор. Хорошая детская площадка. Слева вот здесь вот у нас, если вы поедете, будет модный квартал. А справа у нас ярко-молл. То есть это, ну, здесь куча торговых центров, в общем, развязка всех дорог. Здесь выезд, ну, соответственно, на новый мост также. Вот это серое здание, это супермаркет. Ну и чуть подробнее по квартире. Здесь вот у нас диван такой вот кожаный. В прихожей, да, есть гардеробная, шкаф. На кухне холодильник, плита, посудомоечная машина, телевизор. Вся необходимая посуда постельная, все это есть. Вот такой санузел здесь, машинка стиральная. И спальная комната. Большая кровать. Также здесь шкаф. И второй санузел. Здесь есть биде, как вы видите, ну и раковина. Будем рады показать вам квартиру. Звоните обязательно.